После торжества у Центра молодежных инициатив староскольцы и почетные гости переместились ближе к центру улицы Ленина. Здесь развернулась интерактивная площадка «Исторический оскол». Делегацию встретили основатели города Иван Солнцев-Засекин, Иван Мясной и подьячий Михаил Нечаев. Театральное представление было недолгим, но информационно емким. Исторические факты и одежды разных времен – события, происходившие на Староскольской земле. Визит Петра I и принятие герба императрицы Екатерины II. Октябрьская революция, Великая Отечественная война, всесоюзные стройки и то, каким город стал спустя 429 лет существования. Гости с интересом знакомились не с первым, но и не со вторым городом области. Этот афоризм в день рождения Старого Оскола произносили часто. Праздничная атмосфера замечательная, посмотрите. Мне кажется, весь город в танце и в празднике. Да? Поэтому, конечно, праздник чувствуется в любом уголке города, на любой площадке. Несмотря на то, что городу 429 лет, он очень молодо выглядит. У него молодая архитектура, у него широкие проспекты. Ну и люди особенные в Старом Осколе. Да? Это город металлургов, это надо учитывать.